Там можно оставить всякие свои пожелания. В частности, один из этих плакатов предназначен для пожеланий Алексею Навальному. Многие, наверное, его помнят по встречам, по митингу, на котором он у нас был недавно. Он сейчас до сих пор сидит в спецприемнике в Москве по результатам мирных протестных выступлений, которые начались сразу после выборов. Мы-то тут хотя бы можем на площади собраться, а человек сидит, и ему еще несколько дней сидеть. Вот. Но мне кажется, что будет очень здорово, если мы напишем для него какие-то пожелания и постараемся эти пожелания ему передать. Еще у нас есть резолюция. Вот наши волонтеры ее раздают. Мы не будем ее подписывать. Боялись, что будет холодно, там ручками сложно что-то подписывать. Там для ватмана у нас есть фломастеры. Мы хотим просто вы ее передавайте по толпе, мы не успели очень много напечатать. Хотим, чтобы просто кто еще не читал, чтобы успели почитать и ознакомиться, потому что в конце мы все равно ее зачитаем и будем, нам надо будет ее принять. Вот. Еще у нас подъехала полевая кухня с чаем. Вот она там стоит, вот где, около будки, на которой написано «Милиция». Если холодно, можно пойти выпить чаю, погреться. Кухню нам привезли ребята из фонда «Город без наркотиков». Им большое спасибо за это и за чай. Так. Так, теперь пошли с выступлениями. Большинство из тех, кто будет здесь сейчас выступать на этой сцене, публичное выступление проводит один из первых раз в жизни или просто первый раз в жизни. Поэтому, пожалуйста, относитесь внимательно, может быть, в чем-то снисходительно. Слушайте и еще раз просьба сделать 3-4 шага назад. Это очень важно. Просто из уважения ко всем тем, кто стоит не в первых рядах. Давайте еще пару шагов. Аркадий Гилев мне нужен. Приготовиться Алексею Безумову. День добрый, сограждане. Алло, меня слышно? Я хочу сказать еще раз вам спасибо за то, что вы здесь собрались. И хочу выразить свои мысли, почему мы здесь собрались. Мы сюда пришли не поддержать какого-то одного кандидата. Здесь есть коммунисты и общество «Мемориал», физики и лирики, философы и филологи. Мы пришли сюда не разрушить страну, это наша страна, и нам здесь жить. Мы пришли сюда, потому что нам надоела ложь. Нам надоело то, что говорят миллиарды выделяют на асфальт, который кладут в августе, а рассыпается он в следующем июле. Нам надоело, что поддержка науки выражается в том, что у преподавателей, которые 40 поколений физиков воспитывают, отбирают квартиры по поддельным документам. Нам надоело то, что даже поддержка, при которой институту электрофизики не хватает денег на свет. Нам надоела ложь. И именно за правдой мы пришли сюда. Мы пришли для того, чтобы отстоять правду. Но самая большая ложь была произнесена 20 лет назад, когда нам сказали, что единственное, что требуется всегда гражданина в этой политической системе, это раз в 4 года прийти на выборы и выбрать кого-то из больших дядей. На самом деле политическая система с самыми честными выборами не работает и не заработает, пока на митинги не будет выходить десятки тысяч человек. Посмотрите на Францию, в которой студенты в 300 тысяч парализуют центр Парижа. Посмотрите на Германию, в которой партия зеленых выводит 250 тысяч. И именно поэтому мы авангард этого движения. Говорите каждому,
что пока он не вышел на улицу, не показал свое мнение, ни одни выборы не заработают, даже с самыми честными партиями, даже с самыми честными политиками. Спасибо еще раз за то, что вы собрались со гражданами.